Нихао. Если вы пытаетесь наладить диалог с Поднебесной, значит, вы на верном пути. В Пекине есть ресторан, где посетители могут на себе испытать, каково быть слепым и как можно обедать в темноте на ощупь с помощью осязания, обоняния, вкуса и слуха. В зале царит полная темнота. Перед входом в зал клиент обязан сдать ценные вещи, пиджак, а также мобильный телефон, зажигалки и часы со светящимися циферблатами, специальные камеры хранения. К столу его проводит официант в специальных очках ночного видения. Владельцы ресторана считают, что темнота помогает клиенту сосредоточиться на вкусе еды. Но мы не столь экстремальны, будем тщательно делать заказ. 我可不可以一个猪肉和这个菜? 当然可以,您的订单面糊猪肉和蔬菜。 我可不可以一个猪肉和这个菜? Можно мне блюдо из свинины и вот этот салат? 当然可以,您的订单面糊猪肉蔬菜。 Конечно, ваш заказ – свинина в кляре, овощной салат. 我可不可以一个猪肉和这个菜? 当然可以,您的订单面糊猪肉和蔬菜。 我可不可以一个猪肉和这个菜? Можно мне блюдо из свинины и вот этот салат? 当然可以,您的订单面糊猪肉蔬菜。 Конечно, ваш заказ – свинина в кляре, овощной салат. Древний мудрец Иинь создал теорию гармонизации питания. Он полагал, что пяти вкусам – сладкому, кислому, горькому, острому и соленому – соответствуют питательные вещества, необходимые для нормального функционирования пяти внутренних органов человеческого тела – сердца, печени, селезенки, легких и почек. И поэтому человеку для поддержания здоровья требуется пища с этими пятью вкусами. 心达汤,一个海鲜的,一个蘑菇的 您的订单,一个蘑菇汤,一个海鲜汤 心达汤,一个海鲜的,一个蘑菇的 Принесите, пожалуйста, суп. Один с морепродуктами, один с грибами. 您的订单,蘑菇汤和海鲜汤 Ваш заказ – суп с морепродуктами, суп с грибами. 请带汤,一个海鲜的,一个蘑菇的 您的订单,一个蘑菇汤,一个海鲜汤 请带汤,一个海鲜的,一个蘑菇的 Принесите, пожалуйста, суп. Один с морепродуктами, один с грибами. 您的订单,蘑菇汤和海鲜汤 Ваш заказ – суп с морепродуктами, суп с грибами. Сегодня предлагаю вам запомнить основные блюда. Джужоу – свинина. Цхай – салат, там суп. За многовековую историю в Китае бывало так, что хорошие повара становились министрами, а плохие расставались с жизнью за невкусно приготовленные блюда. Китайцы говорят: нет плохих продуктов, есть лишь плохие повара. Закрепить пройденный материал можно, посмотрев рубрику на сайте telemix.tv. Зайдень!